Приветствую всех на моем YouTube-канале. Я нижегородский композитор, зовут меня Сергей Лугунов. И сегодня я хочу познакомить вас с одним из своих сочинений. Это фантазия на тему русской народной песни «Свет Ивану на лужочком идет». Написана эта фантазия примерно в 2009 году для оркестра русских народных инструментов. Но у нее есть и версия для симфонического оркестра. Именно ее я и предлагаю сегодня послушать. История происхождения этого сочинения такова. Как-то я решил почитать с листа, и мне попался на глаза один сборник для баяна, где в его начале была обработка на тему, в которой было очень мало нот. Мелодия была очень простенькой на первый взгляд, и мелодически, и гармонически. И я подумал, что было бы хорошо написать что-то большое на такую маленькую тему. Да еще и не для одного инструмента, а для целого оркестра. Такое своего рода испытание для себя. Именно этим я и не преминул заняться в тот же день. Результат многодневного труда вы сейчас можете оценить. Если вам понравится мое сочинение, вы можете мне написать на почту, которую сейчас видите на экране, и я с большим удовольствием пришлю вам ноты в любом варианте. Или для симфонического оркестра, или для оркестра русских народных инструментов. Приятного прослушивания. И спасибо за то, что зашли ко мне на канал. Thank you.